Любительский турнир по настольному теннису в Академии настольного тенниса, город Санкт-Петербург. Федосеева Мария на подаче, Чулков Андрей на приеме. Турнир играем каждый вторник, 7 часов разминка, 7:30 начало. Хорош. Рейтинг участников любой. Хорош, давай. И Мария выигрывает сет. Бартенев Денис на подаче. Червяков Владимир на подаче. Хорош, слева поставлено. И Бартенев Денис выигрывает матч. Денис, что вы чувствуете после победы в этом матче? Удовлетворение. Владимир, почему проиграли? Что не получалось? Не знаю. Достаточно сконцентрировался. Редко играете, наверное, еще. Надо набираться опыта игровой практики. Если ничего, не расстанем. Будем ждать. Хафиза Дмитрий на подаче. Березин Денис на приеме. Березин Павел. Березин Павел на приеме. Хафизов Дмитрий на подаче. Павел играет шипами. Баланс. Мощнейшую атаку проводит Дмитрий и выигрывает очко. Точнее, это был не баланс. Нет, это был баланс. 2-1 впереди Хафизов Дмитрий по сетам. Отличный розыгрыш и мощнейший удар. Ошибка. Калашников Кирилл на подаче. Павлов Даниил на подаче. Шиповик знает свое дело. Отличный розыгрыш, чудовищная ошибка. И Павлов Даниил выигрывает сет. Осечка. Дикое вращение, выиграно очко.